Йоу. Йоу. Как же больно глазам. Зеленая ветка. Весенняя почечка. Сынок или доченька. Расти, расти, зеленый. Какой хорошего, подождите, я даже... Закрой рот там, блядь. Закрой рот. Тише. Да закрой ты рот, блядь. Лучиком в оконышко. Закрой рот, сука. Заебал, блядь. Тихо. У меня тут паранормальные явления происходят. Там есть однополые браки, чем эта игра не хороша. Почему мы сможем пожениться? Я буду женщиной. Я буду женщиной, алло. Ладно, я тебя бочку буду драть. Давай будем двумя тёлками, будем лесбийской семьей. Будем лесбийской, да, лесбийской семьей. Почему мы будем семьей вообще? Что ты взял? Собачья, кибитка, кибитка, Мухосранск. Любыми вещь, удочка, точно. Удочка. Ой. И блеск в твоих глазах потускнеет от растущей пустоты. Ебать. Хуя. Когда это произойдет, моя дорогая, ты будешь готова для этого подарка. Блять, и Мила станцует на фоне, пиздец. Вот такой момент, такой грустный. 20 лет спустя, нихуя. Я вложил душу в это письмо. Оно моя гордость и радость. Ферма-будка, блять. 100 лайков? Угу. Добро пожаловать. Я Льюис, мэр этого города. Мэр города Пеликан. Знаешь, тут все про тебя расспрашивали, да, да. Не каждый день у нас в городе новенькие. Да. Это ваше событие. Давай, пиздец, давай. А че так сложно, блядь? Сука. Сука. Черна жопа, блядь, твою дочку ебу, блядь, где-нибудь. Витя гибнут, знаешь где? В Казахстане. Сори. После этого она не будет смотреть, блядь. Бля, я не ту траву покосил опять, я забыл, сори. Я не могу имя придумать, блядь. Да ты заебал, придумай имя Серговна, просто назови Серговна. Серговна. Нет, я хочу классное имя хочу. Ты все это время сидишь и придумываешь имя, блядь. Ебанушка. Да. Я могу выйти, блядь. Ты что такой тупой, алло? Ваш топор слишком слабый, чтобы расколоть эту пень. Помоги мне. Чё за долбоёб? Я бегаю на ферме. Давай, делай всю работу. Ебать, смотри, я с кустом бегаю. Блять, вот, вот у Серёжи веселье. Я с кустом бегаю, блять. Ебать. У Вика для вас волокна. Примите подарок от неё, конечно. Любовь. Смотри, мы сосёмся, мы же ебёмся. Да блоё, блядь. Сука. Да блоёб. Стоп, камин надо выключить, а то, блядь, негоже. Nice. Всё, я сейчас буду рыбачить. Блядь. Блядь, дальше хочу кинуть. Блядь, стой. Я поймал. Как ты, как ловить-то, блядь? Сардина, длина 3 сантиметра. Ебать, почти как мой хуй. Сантиметр. Сука, блядь, 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 блядь. Не, ну Серёг, ну ты не рыбак, сразу видно. Не рыбак ты. Её можно приготовить как-нибудь? Типа на камине, например? Я думаю, да. Блядь, ну что ты за человек такой, Сергей? Ебать тебя в рот. Зачем ты это сделал? Как это теперь пофиксить? Учись. Я рыбу ловлю в доме, блядь. Как это сделать, алло? Ну ты придурок, блядь, как это сделать? Как ты это сделал? Пиздец. Я нажимаю, ничего не происходит.
Как, блядь, как? Спать пойдем? Как? Пойдем спать. Как ты это сделал? Пойдем спать. Я не буду спать, пока ты не скажешь, как это сделал. Пойдем спать. 151 лайк. Ту-ту-ту-ту-ту. Сергей, сопроводи мое очко на диване какими-нибудь классными спецэффектами. Что-нибудь поэпичнее, давай. Так это эпично, по-твоему, блядь? Гадим. Вот эти ваши сюрпризы анонимные. Да блядь, ну ты заебал! Какая же ты пизда просто вообще, Сергей. Я вообще, блядь, в шоке. Она не переносится, я не могу на нее кли... А, вот могу. Мудак, блядь. Все, я сплю. Так, ты пока спи, а я сейчас пойду. Давай. Так, ребяточки, ребяточки. Да. Да. Сейчас поспим, узнаем, гей или Никита. Если мы проснемся, то он гей. Мы проснулись. О, урон первое фермерство. О, нигер. Ой. Здравствуйте. Кто нашел его? Вот, вот здесь она живет, в конюшне, блядь, лошадь. Заперта, блядь! Сука, вернулась, мелкая мразь, домой. Пойдем спать. Давай я тебе реферат напишу без проблем. Да нет, мне там не то, что сложно, мне просто нужно хотя бы, блядь, его сделать, потому что там много заморочек разных, что препод ёбнутый, блядь, можно так сказать, если это грубо выразиться. О, а тут кто-то вышел. Да сука, у них там что, оргия была? Там оттуда трое вышли из музея. Заперто, блядь, да вы откуда вышли-то, ебанутые? Три ребенка, блядь, вышли из музея. Что он там делал, он педофил? Педофил? Реально, да. Запертый музей, из которого вышли три ребенка. С каменными лицами. И стоят такие троем. Не знаю, что делать после этого. Да. Все. А! Застрял! Пур! Блядь, пур! Музыка, блядь! Быстрее! 10 минут осталось! Секунда! Сергей, давай, эпичную музыку, давай, типа, создай накал страстей сделай. Накал страстей, а не хуйню, давай, накал страстей. На пианино, давай. Давай, эпик. Накал, эпичность. Нет, это страх какой-то, а это эпичность, давай, эпичность. Эпичность, да. Все, хватит эпичности. Блять, я обосрался. Ебан. Пиздец. Да. Это будет сегодня? Что? Будет сегодня? Чё сегодня? Пошутишь сегодня? Сейчас пошучу. Подожди. Надо придумать шутку. Ну, давай придумай шутку. Ладно, ребят, я не буду каждый делать реферат, сессия. Похуй, стрим будет продолжаться еще часов 6. Я теперь буду все стримы твои с саундпадом сидеть. Ой. Чтобы смеяться над твоим шуткой. Я так же хочу делать. Я хочу себе так сделать. Все, ребят, давайте. Значит, всем удачи. Счастья, здоровья, любви, понимания. Берегите себя и своих близких.